них? У нас, понимаешь, больно много ртов кормить надо. Что ж ты за мать? Зато теперь остальным. А я сегодня получил горбушку хлеба. Я как пошла за хворостом в лес. Фу. Ты что, не слышала, что охотник говорил? Какое-то лицо в
Это вход в нору Накеров. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Вход в нору Накеров.
вход в нору Накеров. Мастер-ведьмак, недалеко от подлеси, в ротах сельского господа. Тьма тьмущая. Мне говорила, будто протухшим мясом отравилась. Откуда на мясо-то взяла? Уж я не знаю.